Накануне мы сыграли сложнейший матч с Японией, очень физически выложились, поэтому не в свежем состоянии подошли к таковым важнейшим матчам. Вот. Ну и надо отдать должное сопернику, более сыгранная команда, физически более подготовлена. Ну, они сыграли свою игру, нас, к сожалению, не хватило где-то физически, скажем так, в первую очередь. Вот. Заслуженно победили, мы надеемся. В другой раз нас предоставится возможность еще раз выступить и попытаемся более лучший результат показать в плане игры хотя бы. Неожиданно и очень приятно, что нашей команде предоставилась такая возможность сыграть в этом турнире, представить Новосибирскую область. Мы как могли старались. Очень отрадно, что именно у нас в Сибири проводится такой турнир, и это за честь поучаствовать в нем. Вначале, когда мы выходили на площадку, мы думали, они тоже будут биться там. У меня был какой-то страх, паника, как играть. Потому что мы видели вчера, как они играли, бились, девочки тащили все. И как-то мы думали, будем бороться. И не знаю почему, но, наверное, фортуна улыбнулась. Нам больше повезло. 2+4 – это в первый раз мы здесь играем. В нашей стране таких нет, не играли. И как бы это для нас очень новое что-то, открытие. Очень интересно, нам очень понравилось. Вот. И надеюсь, что и у нас будут такие игры в таком формате. Интересно очень с Японией поиграть, потому что там девочки молодцы. Вообще молодцы, я, честно говоря, не ожидала, и я слышала, конечно, что они в защите прям тащут все это, но своими глазами не видела никогда. И вот увидела, даже на видео сняла, и очень я поражена, я удивлена, я восхищена, не знаю, они мне нравятся. Вот хотелось бы с ними поиграть.